национального праздника стал праздником всех народов, проживающих в Москве. Москва – многонациональный город. Когда мы едины, мы непобедимы. Еще раз благодарю вас за то, что вы пришли на наш праздник. Праздник «Сабантуй» на Красной Пресне объявляю открытым! Надеемся, что эти шары передадут всему миру о том, что первый Сабантуй в Центральном административном округе, первый Сабантуй в Пресненском районе станет традиционным, ежегодным, общенациональным, веселым праздником. Спасибо!